В секторе литературы по дизайну научной библиотеки Тюменского государственного института культуры открылась новая выставка. Она называется «Выдающиеся архитекторы 20-го столетия». В первый понедельник октября архитекторы всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Архитектура называется «Застывшая музыка», «Музыка в камне». И значит, на выставке представлены великие композиторы, которые творят в течение 20 века, выдающиеся архитекторы, которые творят из бетона, из камня, из стекла, из новых материалов, совершенно удивительное новое пространство. Здания, жилых зданий, общественные и абсолютно новая среда города. Если мы увидим, то мы обратим внимание, что показана серия в 90-е годы, стала издаваться новая серия, уже более 70 выпусков, «Выдающиеся архитекторы» и знаменитые. Вот Заха Хадид, мы видим Калатраву, мы видим архитекторов Щусева, Халяина, Гропиуса, Корбюзье и так далее. И каждый раз смотришь и поражаешься. Все-таки наши великие архитекторы, земляне, которые творят на уровне космических представлений, идут одновременно от предметной среды. У Заха Хадид какие-то наполовину биологические существа, наполовину биологические какие-то вот эти вот то ли моллюски, то ли растения. Одновременно, если мы посмотрим у Фостера, это фантастическое, знаменитое его яйцо. Великолепное, удивительное, огромное здание, которое видно издалека. То есть архитектура – это совершенно новый взгляд на мир. И великие архитекторы, они действительно великие.